На месте старого учебного корпуса Алтайской академии гостеприимства скоро появится новое отделение 3-й городской поликлиники. На сегодняшний день уже успели очистить участок от старых построек, заменить местную теплотрассу и построить фундамент. В ближайшее время планируем возвести стены первого этажа, ну а дальше будет кровля, отделка, это уже в следующем году будет. Также ведется монтаж лифтовой шахты. Новое отделение соединят переходом с уже существующей 4-этажной поликлиникой. В строящемся здании появится сразу несколько блоков. Рентгенологический с новым цифровым оборудованием для рентгена, флюорографии и маммографии. Инфекционный, а также лечебно-диагностический блок с кабинетами для приема пациентов, УЗИ и ЭКГ. Людям приходится на вторую площадку обращаться в рентген-кабинет. Это Петросухова 63. Здесь рядышком две остановочки, но тем не менее, да, это некомфортно. Пациент должен прийти в одно место, получить все необходимые диагностические мероприятия, получить консультацию врача, и затем либо он идет домой, либо мы ему предлагаем уже какие-то варианты лечения. На сегодняшний день поликлиника обслуживает около 70 тысяч пациентов. Только в сутки сюда обращается порядка 900 человек. Население здесь достаточно быстро прибывает, возводятся многоэтажные жилые дома на месте аварийного жилья. Поэтому мы считаем, что это решение очень своевременное и будет принято жителями города Барнаула. Поликлиническое отделение строят в рамках федеральной программы развития первичной медико-санитарной помощи. Сейчас на объекте работает около 40 человек. Строительство планируют завершить к концу 2023 года. София Яценко, Вадим Быстревский, «День с толком».